будем готовить вкусный банановый торт. Для этого нам понадобится колды, банан, персики, сгущенка, масло и еще киви. Сначала нужно сделать крем. Чтобы приготовить крем, возьмем стакан и будем смешивать все наши продукты. И кладем сливочное масло. Теперь добавим сгущенку. Все это нужно взбить блендером. Мы все смешали. Теперь нам нужно потереть в крем банан. А теперь еще вот помешаем. Наш крем готов. Мы порезали фрукты, киви, персики, бананы. Можно начинать делать торт. Первый кос намазали, теперь положим фрукты. Какой у нас торт получился! Красивый и вкусный!
подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока!